Увеличилось число погибших в результате землетрясения, произошедшего в конце января в городе Хой в провинции Западный Азербайджан. Пострадавшие от стихийного бедствия жители пригорода Фирурек, 80-летняя мать и ее 55-летний сын, оказались на улице без крыши над головой и ночевали в палатке. Из-за минусовой температуры воздуха несчастные люди пытались обогреть новое пристанище с помощью дров и отравились дымом. Напомним, что иранский режим не оказывает никакой помощи гражданам, пострадавшим от землетрясения в регионе. Наш дом разрушен, мы остались на улице в холод и снег. Ночуем в палатках, нет ни газа, ни воды, ни света. Нас оставили на произвол судьбы, ничего нет. Вот уже 10-й день жители разрушенного от землетрясения города Хой вынуждены жить в тяжелых условиях. При этом им не оказывается ни материальная, ни гуманитарная помощь со стороны местных властей.